Здравствуйте, зрители нашего канала. Сегодня я хочу представить вашему вниманию, как вы думаете, что это такое? Это люк. Но посмотрите, обратите внимание, это не просто люк, это целая сказочная история. Посмотрите, какие красивые окошки, двери. Здесь живет гном. Люк так и называется. Дом гнома. Оригинальное исполнение. Наверху люка расположен спил дерева с такими шикарными корнями. В корнях спряталось жилище гнома и вот с такими очаровательными грибами. Могу сказать так, что данная модель может служить не только украшением септиков и декорацией септиков, но еще прекрасным украшением детской площадки. То есть там, где играют дети, он очень органично впишется. Разместив такой люк на детской площадке, вы можете к нему подобрать сказочных героев и создать целую сказку. Размер люка по диаметру составляет где-то метр, в высоту 70 сантиметров. Люк очень хорошо приподнимается, достаточно легко. Внутри сделана шикарная емкость, рассчитана на люк любой высоты. Материал, из которого изготовлен люк, это стеклопластик, который не боится атмосферных воздействий и может совершенно спокойно находиться на вашем дачном участке или загородном доме на протяжении всего сезона. Он не выцветает и не выгорает. Такой люк и много других моделей вы можете найти в интернет-магазине Хитсад. Делайте удачные покупки и оставайтесь с нами. Всем пока!